Примерно полгода назад у нас в семье случилась такая ситуация, что папа от нас ушел, и мама привела нового папу. И мы никак не можем найти с ним контакт. Каждый год сюда обращаются тысячи женщин. Краевой кризисный центр. В эти стены попадают, убегая от мужа-тирана, или просто когда мама и жена устают от быта, работы. На масштабном форуме «Россия», который пройдет в Москве, специалисты кризисного центра продемонстрируют разработанную современную модель оказания помощи женщинам. Приходят мамочки, говорят: чувство вины, потому что я раздражаюсь на своего малыша. Наверное, я плохая мама. Как раз этот тренинг про то, что с тобой-то все в порядке. Просто иногда необходимо где-то взять ресурсы, где-то подумать о себе. На ярмарке, форуме мы будем не просто теоретически говорить, что есть такой тренинг, но еще мы едем с наглядным материалом. Это как раз наполняющий дневник. И у нас уже на сегодняшний день порядка 100 женщин прошли этот тренинг. Где черпать ресурсы, как справляться с эмоциями, как планировать день? Этот дневник поможет найти ответы на многие вопросы. И все это – результат командной работы центра. Ресурсы можно брать у ближайшего окружения. Попросить о помощи бабушку, посидеть с малышом, забрать старшего, допустим, из школы, а в это время уделить время себе, пообщаться банально, но это так, с подругой, попить чашечку кофе наедине, потому что кто-то черпает ресурсы в общении, а кто-то в одиночестве, прогуляться в лесу. Еще один проект, который представят в Москве, направлен на подростков, которые находятся в сложной жизненной ситуации и даже склонны к суициду. Как пережить стресс, конфликты, как найти общий язык с новым членом семьи? За последние вот годы у нас была статистика, что больше 50% случаев, которые совершаются, прям желание уйти из жизни. Это те семьи, в которых есть отчим, в которых есть неродной отец. А семья – это всегда главный ресурс для несовершеннолетнего. Какого бы возраста он ни был, 5 лет, 15, 18, 25, семья всегда для него – это опора и поддержка. И там ему должно быть хорошо. Вот если ему там не хорошо, тогда очень многое в жизни ребенка начинает сыпаться. На форуме представители кризисного центра смогут не только поделиться своим богатым опытом, но и что-то подсмотреть у своих коллег из других регионов. Напомним, выставка «Форум Россия» стартует 4 ноября в Москве. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.